Всем привет! Прага на связи. Наша европейская турне продолжается. Наша, я имею в виду, это я и вы, потому что я играю сейчас сольные концерты. Это бетховенская программа, состоящая из двух сонат, 17-я и 31-я. И во втором отделении большая соната Чайковского. Антверпен позавчера, зал меня поразил, абсолютно новый, но с потрясающей акустикой. Здесь Сметана Холл, вот смотрите, какой абсолютно красивейший зал. Бывают залы красивые, но без акустики. Но здесь вы даже можно сейчас почувствовать, какое идет эхо, натуральное, естественное. Это один из лучших, я считаю, залов не только в Чехии, но и в Европе. Я жду этого концерта сегодняшнего. Он очень уютный, он не очень большой, но здесь потрясающая просто атмосфера. Я вас всех обнимаю, целую и до встречи. Ну что, закончился концерт в Праге, настроение самое наилучшее. Сейчас пойдем пить чешское пиво.